Всем привет, мои хорошие! Вот начинаю для вас снимать мастер-класс рубашка ажурная. Что надо будет нам? Крючок 2,5, 3, ну где-то записать, может вам надо, я для вас тоже записала. Здесь у меня 4 маркеры, ножница и пряжа, которую вы желаете. Почему-то я эту пряжу очень люблю, еще мерсеризованный, мне кажется, тяжеловато получается, поэтому я брала это. И еще у меня на канале есть летний кардиган, можно на пляж или просто так, тоже этого пряжа, поэтому мне нравится. Начинаем вязать. Я всегда внутри, почти всегда достаю пряжу внутри. Вот. Мы будем набирать, смотрите, как, мои хорошие. Вот у меня такой расчет, это я для себя так решила, а вы как хотите. Здесь сильно расчет не надо, потому что вы можете взять свою любимую вещь, цепочки набирать, и плюс-минус там уже понятно. И начинаем набирать. Я набираю, как обычно, на тройке будем вязать, а воротник и планки 2,5. Предпочитаю, чтобы было более аккуратно, прочно и красиво. Вот, получается, у меня надо набирать 110 воздушных петель. Обычно я другой... Бывает, что надо взять побольше крючок, в этом случае не надо, потому что мы отсюда еще воротник будем набирать, не надо, чтобы ну, ослабить это дело. Поэтому я просто буду набирать 110 петель и буду вам подключаться. Вот, мои хорошие, я набрала 110 воздушных петель и еще одну для подъема. Из второго воздушного петля вяжем как обычно. Помните, я вам говорила, что можно оттуда отсюда набирать и будет объемно. Ну, здесь не надо, мы будем потом, еще раз повторяю, воротник набирать. Поэтому мы будем сейчас просто без накида вязать до конца вот этот 110 воздушных петель. Вот я дошла до последнего петля, девочки мои. Здесь я 2 петли подъема делаю, повернула. А кто-то скажет, надо 3, я всегда вот эти части люблю, чтобы аккуратно было, поэтому я 2 делаю. Если вам так не нравится, делайте 3. Накид, одну пропускаем, вторую начинаем вязать эти пустые квадраты. Еще хотела заметить, что надо одну пропускаем, вторую. Вот это когда пустые квадраты вяжете, чтобы обязательно было на изнанке, потому что мы потом будем вязать по кругу, когда узор тогда не меняется и будет красиво. Всегда вот этот с накидом полустолбик лицевой, а вот этот пустой квадрат делаем на изнанке. Вот, еще раз показываю. Одну воздушную, накид, одну пропускаем на вторую. Вот, мои хорошие, и до конца. Вот, мои хорошие, еще последнюю петлю обязательно находите, чтобы ничего не потерять по дороге. Вот, смотрите, еще одну петлю на подъем. Вот, я буду теперь вязать регланную линию. Уже с этого ряда начинаем вязать. Здесь не петля, а пустые квадраты я считала. Здесь 8. Одну регланную, 7,
одну регланную 21, а скажите, тут меньше, чем спина. Потому что мы еще будем здесь планки вязать, а я не хочу, чтобы сильно отличалось. Вот такой расчет мне устраивает, мои хорошие. Вот, я уже одевала маркеры, я всегда первую регланную линию надеваю красный маркер. Вот, рукава, спина и рукава и вперед. И обязательно первый ряд хорошо считайте, чтобы все совпадало, потом у вас проблем не было. Одну воздушную петлю на подъем. И смотрите, бывает, что я вот этот узор вяжу с накидом, если у вас тоненькая пряжа. В этом случае я накидом не вяжу, я вяжу просто вот столбики, полустолбики, да, это? Или столбики? Вот. Вяжем каждую пустую квадрат. Еще раз повторяю, это не филейный. Мне кажется, лучше выглядит и лучше носится и более стабильный, чем филейный. Это мое мнение. Вот этот узор уже девушка снимала на свой канал. Мой узор. Я до этого не увидела. И они все тоже довольны. На здоровье всем. Кто у меня посмотрел, кто там. Мы дошли до регланной линии. Я здесь ничего не придумала, чтобы уже маркер не нужно. Если вы начинающий сильно надо, вот можете внизу цеплять, чтобы всегда увидеть. Я здесь сильно регланной линии, ни узор, ничего не придумала, чтобы более или менее вот этими квадратами совпадало. Здесь я вяжу как? Вот, два, как обычно я вязала бы. Еще два воздушных и снова два. Вот. И дальше вяжем. Сейчас еще один раз покажу. Вот, дошли, снова регланная линия, вяжем 2 полустолбики без накида, 2 воздушные и еще раз 2 полустолбики без накида. И так дальше до конца, а потом покажу, как квадратики вязать на регланные линии. Вот, мои хорошие. Вяжем самостоятельно, мне кажется, все понятно. И теперь я вяжу последний квадрат, 2 петли подъема, накид, одну оставляем, вторую. Вот, сейчас покажу, как здесь регланная линия будет. В этом ряду. Белая иногда слоится, ну ладно. Теперь здесь одну пропускаем, не вот эту, а сразу на эту воздушную петлю, что мы делали, помните? Теперь будем тут делать. Здесь будем делать 2 квадрата на регланную линию. Сейчас я покажу вам. Вот, видите? Здесь мы делали воздушную петлю, 2 воздушные петли,
И здесь мы в этом в одном воздушном петле будем делать две квадрат такие. Вот. Еще раз покажу. Вот воздушную петлю. Вот один квадрат и еще одну. И отличие от спиц, хотела бы сказать вам начинающих, как крючком каждый ряд мы добавляем регланную линию, если вы заметили. Вот, теперь следующий ряд уже будет увеличиться, потому что мы в одном вот этот отверстие вязали два квадрата, не одну, а два. И вот смотрите, в итоге так красиво и не сильно отличается от узора регланная линия. Вот так будем мы вязать то того, как вы будете предпочитать вот эти рубашки. Если вы заметили, есть две пуговки, есть три, есть четыре, есть вообще нету пуговки. Это уже ваше желание, сколько вы будете вот это расстояние делать и сколько пуговок будете делать или будете не делать. Я буду довязать, сколько мне надо, и после этого буду подключаться, вам показать, мы уже будем планку вязать или под пуговки, или без. Потом вязание будем собирать круг и будем вязать по кругу, мои хорошие. Я уже показала вот регланной линии так вязать, будем вязать до того, как планки надо. Вот, ждите, я еще к вам вернусь. Вот, мои хорошие, что у меня пару часов вязала и что, в каком состоянии. Это вяжется очень быстро, что и радует. У меня здесь 13 сантиметров. Я уже решила планку вязать и этот раз без пуговок вязать. Поэтому, а если у вас с пуговками, значит на правой стороне петельки будете делать. А в моем случае я не буду делать. Будем вот эту планку вязать, а потом дальше будем добавить регланную линию. Поменяла крючок 2,5, а там 3 было, как помните. Я люблю, что эти места красиво было более. Смотрите, сейчас вяжу последний квадрат. Раз и два. Так как я не хочу обрывать нить, буду вязать так дальше. Отмечаю эту петельку и буду обвязать на лицевой стороне. Буду вязать здесь, это не считаем, что мы закончили ряд. Вот эти пустые квадраты буду вязать по 2 петли без накида полупетли. Еще вот эти места находим вот так внизу тоже, смотрите, обратите внимание, хватаем вот это две дужки и вяжем так, а пустые по 2. Угу. Находим, чтобы красиво было и наружу, и внутри. 2, а здесь 1, 2 и 1. Вот, и до конца ряда так буду вязать. Потом следующий ряд покажу. Вот, надо хватать только все петли.
буду до конца вязать и подключаться. Смотрите, мои хорошие, обратите внимание, вот я это последнее, то, что я вязала воздушную цепочку, я это распустила, чтобы красиво было. А тут, смотрите, не одну будем здесь вязать, а два, чтобы здесь было очень, скажем так, красиво. Вот, вот. Теперь одну подъемную петлю и дальше вяжем как по узору. Ничего здесь такого уже не будет. Ширину планку будете вязать, как вам нравится. А если вдруг вы хотите, вы вяжете эту рубашку женскую, на правой стороне, вы знаете, надо петельки делать. Я сейчас покажу. Оно мне не надо, но для вас я покажу. На изнаночной стороне. Правая сторона и изнаночная сторона. Вот, допустим, здесь вы хотите уже петельку делать. Набирайте. Раз, два, допустим, три. Я не знаю, какие пуговки вы рассчитаете на это дело. И раз, два пропустили, третью вязали. А следующий ряд уже... Вот, допустим, следующий раз ряд уже обвязать вот эту отверстие, и будет у вас петля. Не обижайтесь, кто это все знает, я это все показываю для начинающих, потому что мастер-класс получается неполноценный для некоторых. Вот. А у кого, как у меня, пуговок не надо, вот вяжем дальше. Сейчас покажу последнюю петлю. Между там маркером отметили тот ряд, оставим в покое, нижний ряд имеется в виду. Вот, а вот это вот мы вяжем, это уже наше. Еще подъем и дальше идем. Вот так будем вязать, сколько вы предпочитаете, сколько сантиметр. И второй тоже. А второй уже придется, чтобы на лицевой вязать, лицевом ряду вязать. Отсюда надевайте пряжу. И вот будете набирать тоже. Вот первые вот здесь две петли, а вот эти места по одному, и будете вязать планку. Буду вязать планку и подключаться, показать, как уже будем вязать по кругу. Вот, мои хорошие, я вязала сколько себе надо было. Вот эту планку, последний ряд на лицевой стороне, соединительные столбики вяжем, чтобы было более красиво и стабильно. Чуть-чуть вроде бы типа тянется, не бойтесь, это все после стирки клашки, все будет хорошо, зато будет аккуратно. И никакие петли потерять не надо. Вот в конце мне писали, что у них получается неровно, потому что, наверное, какие-то петли потеряются. Сейчас я вам покажу. Конечно, здесь у меня паутинка, но ничего. А что делать? Смотрите, мои хорошие, вот лицевой ряд. Лицевой этот сторона. Я вязала, сколько мне надо было. Вот, вот. И в моем случае без пуговок будет. Я буду так соединить. Теперь вот эта нижняя нить уже мне не нужна. Можно и обрезать. Побольше вот так. Боже мой. Вот, слава богу,
А вот эту верхнюю нить я решила один ряд буду вязать, вот так буду вязать, вот так, и вот так здесь буду этот остановиться. Вот эти части буду вязать тоже соединительные, как вот это вот. Потому что как мы будем набирать воротник, эти части мы будем свободно оставить, чтобы было вот так аккуратно. Вот это буду соединительный столбик вязать, а так просто буду вязать без накида. И потом подключаемся, будем это соединить и вязать уже по кругу. Вот, мои хорошие, я... Вот от регланной линии на спине начинала вязать вот эти пустые квадратики. Вот так вязала, вязала. Вот регланной линии не забываем, добавляем. Теперь у нас же женский, значит, это правая сторона, как будто здесь в моем случае нет, может, в вашем случае петельки. Вот. Теперь будем соединить. Эти нитки, конечно, я очень люблю, что много торчат, но что делать? Я это все вязала на тройке, помните? Но вот, когда я это вязала на 2,5, здесь очень мелкие, не хочу вот это на тройке вязать. Давайте я буду вязать на 2,5. Вот, смотрите. А потом я все буду уже на тройке вязать. Накид последнее. Вот последний. Это и находим отсюда. Помогаем себе маленькой этой острой крючком. Всегда, когда крючком вяжете, надо иметь какой-то поменьше крючок и себе помогать, чтобы было все красиво, ничего не испортилось. Вот. Это мы потом будем прятать. Вот. Вот. И все вместе, как обычно. Вот. Здесь где-то вот это пропускать, где-то здесь, наверное, будем делать. Вот. Ну, перед камерой, сами понимаете, если вы спокойно будете сидеть, я просто показываю суть, как я вот это, давайте где-то здесь, а вы уже сами... Вот, где-то здесь. И обязательно снизу тоже хватайте вот так хорошо, красиво. И еще одну где-то вот в этом. Вот-вот, как раз мы вышли. Или можно вот где-то здесь хватать. Подождите. Я так очень тщательно показываю. Может, ты не надо, ну и не надо, и надо. Понимаете? Чтобы аккуратно было, надо стараться. Это же ручная работа, а не машинка все-таки. Вот так красиво, мне кажется, я потеряла накид. Вот. Вот так красиво и более стабильно. Мы с вами пришли на то, что уже можем спокойно вот вязать по узору уже. Вот. И получается, сейчас будем вязать по кругу уже. Уже не лицевой и изнаночный, мои хорошие. Смотрите, мы уже соединили. Вот-вот. Неплохо, очень даже потом красиво будет.
Теперь я буду вязать до того, когда регланная линия мне будет достаточно. И хотелось бы пару рядов вязать на спине этот азиатский росток. Вот так. Ну, чуть-чуть, немного. Здесь и так и все открыто. Воротник, как бы. Вот чуть-чуть. Подключу вам, покажу. Пока буду вязать до того, пока регланная линия в моем случае будет хватать. Вот, мои хорошие, у меня здесь, смотрите, я уже вязала на спинке, скажу сколько, ну, где-то 3-3,5 сантиметра вязала росток, это хватит, смотрите. Вот, это мне хватит. Хотела, чтобы вы обратили внимание, когда вы будете вязать вот этот туда-обратно, помните, да, что полные петельки, этот узор вяжем на лицо, а пустые на изнанке, чтобы здесь узор ничего не менялось. А то, смотрите, все-таки есть разница. Вот это изнанка и лицевой. Только это обратите внимание. А росток вы знаете, просто туда-обратно, сколько сантиметров вам надо, столько и будете вязать. Я буду здесь, там тоже подрез было, кстати, девушка написала, что подрезы есть или нет, естественно, есть. Как здесь делаю я? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12. Мне кажется, 12 мне в моем случае хватит. Но смотрите, как можно делать. Вот и попадем здесь как раз в этом серединке, где мы вязали этот, как его там, регланная линия. И мы дальше будем идти вот как обычно, смотрите. Вот. Сейчас я хочу вам сказать, что здесь возможности есть. Вот, один ряд так вязать. Или у вас есть вещь, которой вам нравится размер. Здесь сильно расчет мы не делали. Легко и просто, летняя вещь, вяжем и все. Вот так делайте, один раз проходили. И полно возможностей есть, что одевать на себя и посмотреть, вам этот подрез хватит, не хватит, еще добавить, уменьшить. Вот. И будете дальше вязать по кругу. Я решила вязать по кругу. Вот эта пряжа как закончится, это у меня пока что один моток, вот столько вязала. Расход, мне кажется, не очень и большой, ну, так как это крючок, да. И получается, вот это буду довязать, оставлю низ, уже ничего не буду делать, буду начинать вязать рукава и воротник, я так люблю, а потом прямой будем туда этот по кругу вязать и заканчивать. Вот пока так, ждите, еще буду подключиться. Вот, мои хорошие, я уже один моток заканчивала, новый моток взяла. У меня, смотрите, после проймы я вязала, и моток закончилась. Я здесь блокировала и хочу вязать воротник. Во-первых, хочу мастер-класс вам быстро показать, и я люблю все дела делать, а потом с удовольствием низ вязать. Вот, смотрите, я буду вязать воротник вот на планку, чуть-чуть оставить, где-то половина, да? Маркером отметила, чтобы вам было это все понятно. Для себя я бы не отметила. И взяла пол этот миллиметра меньше крючка, 2,5, как помните, там тройка. И я буду вот это начало, это конец будет, а вот эти места я буду убавить, потому что такой большой ворот нам не надо, чтобы более красиво потом сидело.
и буду вязать обычно столбики, полустолбики без накида. Вот. Набираем, я знаю, что вы знаете, может, для начинающих полезно будет. Набираем, конечно, изнаночной стороне воротник. Вот. И каждые петельки надо будет вязать полустолбики без накида. Это чуть-чуть туго, потому что я же соединительные столбики вязала, эти места. Ничего страшного. Сейчас покажу, как обычно убавить буду. Не, я знаю, еще незаметно убавить, но в этом случае можно и обычно убавить, и все. И обязательно хватать две нитки, то, что здесь есть. Во-первых, надо прочно, чтобы ворот был. Вот, и будем просто вот эти петельки набирать. Я каждые 15 петлю буду этот убавить, а на спинке вот здесь по 10. Получилось, ничего страшного, нормально. Теперь убираем маркер и 3 вместе. Таким образом убавим. И все будем вязать туда-обратно. Полустолбики без накида. Это блокирую. И будем вот так набирать, набирать, набирать. И это все убавить. И до этого половина планки, как и мы начинали, отсюда половина планки. И я буду вязать где-то сантиметров 8. А вы как хотите, как вам нравится, больше, меньше. И последний ряд буду вязать соединительные столбики, чтобы более стабильно было. Как это все тоже закончу, вам покажу, мои хорошие. Подключусь потом. Вот, мои хорошие, я уже ворот тоже довязала. Теперь последний ряд на изнаночной стороне, который будет отлаживать воротник, и будет это лицевое. И будем соединительным столбиком так вязать, чтобы было очень, ну, край красиво и стабильно. А последнюю петлю всегда надо себе помочь меньше размер крючком, чтобы ничего не вредить. Я на, сейчас я вам скажу, на всю дорогу вязала крючком номер 2,5. Помните, я взяла разные цвета, кто внимательно уже понял. Это у меня тройка, а это 2,5. Я вязала 2,5 воротник. Последнюю петлю всегда поменьше крючок взяла, чтобы у меня край так красиво было. А то, когда сильно будешь здесь вот засунуть, как бы, будет получаться не очень красиво, скажем так. Вы поняли. И еще скажите, чего я вязала черный крючком, который 2,5, а соединительные столбики я взяла тройку. Вообще я всегда делаю так. К
где надо чуть-чуть слабо вязать, чтобы, допустим, не тянуло. Видите, у меня как есть, так и есть, потому что соединительные столбики всегда тянутся, когда соединяешь. Где надо чуть-чуть слабо вязать, я такой не делаю. Я лучше возьму немного больше крючка, здесь пол номера, и буду вязать по инструменту, чтобы был вот такой красивый край. А то один раз рука слабо делает, один раз туго, так не хочу. Вот, мои хорошие, смотрите, у меня, давайте вместе померим. У меня получилось считать до вот этого первого пустого квадрата, ну, 8 сантиметров. Но это все индивидуально. Мой совет, вот этот мастер-класс я показываю, как я вяжу это. Все равно вы должны одевать на себя, надевать и посмотреть в зеркало. Зеркало вам больше будет подсказать, чем я. Я надела на себя вот этот и высота, и ширина, все мне нравится. Но все-таки ручная работа — это такое дело, что каждый индивидуально может, вы хотите побольше воротник, тогда меньше здесь убавьте. Может, вы хотите широкий, еще больше вверх вязать, чтобы пошире было. Это индивидуально ваше желание. Вот, в этом этапе я это все заканчиваю. Буду вязать, одну руку буду вязать, а другую будем вместе вязать, мои хорошие, и буду подключиться. Вот пока что так.